Здравствуйте. Я сейчас буду петь песню. Спасибо, что поддержали. When I walk on by girls be looking like guns they fly. I thought the beat walking on the street fish in my day. Yeah. Yeah. This is what I wrote in my friend type of point. So it is round full beach the fig for all. They like Bruce Lee, rock at the club. Girl, look at the body. Girl, look at the body. Girl, look at the body. Work out. Girl, look at the body. Girl, look at the body. Girl, look at the body. Work out. I'm 16 and I know it. I'm sexy and I know it. Салам, ты что делаешь? Hey, baby, look him in the eyes. Ты что несешь? Я несу людям счастье. Да ящики с мукой и помидорами уносят. И иногда роняют на людей. Федь, что с тобой? Что со мной? Ты себя в зеркало видел? Я не отражаюсь. Спасибо, нормально. Так, все, сам пойдем на меня труп показывать. Итак, представьте, случай в автобусе. Сейчас вы уходите? Нет. А вы сейчас уходите? Нет. Точно? Да, точно. А сейчас? Мне да, конечно. А типа раньше говоря? Я тебе еще раз повторю. Мне да, конечно. Проезд заплатил? 16.50. А я 16. Я бы на твоем месте вообще иди в финалку, пока включи по ходу нашего звукача отбили.
Итак, дорогие друзья... Стоп! У меня проблема. Что случилось, Илья? У меня сын родился. Так это же наоборот классно, поздравляем тебя. Да, классно. Только он какой-то темненький родился. И высокий слишком. Ладно, высокий, он еще и в очках родился. Джава, ты че? Что там в очках? Он еще и с бородой. Сама! Сам за собой смотри. Но это не самое страшное, он еще какой-то толстенький, нереально. 20 килограмм. Ты. Илюха, а тебе не кажется, что все эти качества должны быть в одном человеке? Ребята, я пошутил. У меня так-то девочка назвалась. Красивая такая. С длинными волосами. Высокая такая. Правда, толстенькая еще. И с бородой. Всегда хотел один закончить номер. Дорогие друзья, для вас исполнена 1001 бронь. Спасибо.